Небольшой спойлер. Смотрели новую часть «Кота в сапогах», второе видео, «Последнее желание»? Да! Громче! Да, я посмотрела. Только один человек посмотрел. А, отлично. Короче, тут такое будет. Я в шоке. Я как увидел, вот как репетировали. У меня прям башка, прям бум. Ты видела? Прям бум, прям бум. Не видела, ослепла, потому что то, что вы сейчас увидите, это будет просто пушка. Сейчас волонтеры, наверное, вынесут стол, два стула. Да, товарищи волонтеры, вы же не забыли. А ты уверен, что представляешь именно тот номер, который сейчас будет? Конечно. Потому что после Horizon у нас спецгости выступали. У нас будет трио косплееров, выступление по фильму «Коту в сапогах 2. Последнее желание». У нас будет тут Вьене Мор, Мисаки и Роман Тик. Вы знаете таких косплееров? Кого знаете? Всех? Кого именно? Давайте, давайте. Роман Тик, да, услышал. Дальше кто? А дальше забыли. Да. Всех знаем, да. Эти хитрецы, подлецы, тут негодяи, обманщики. Но ничего, я вас прощаю. Пока что. Джой Ракеку, представишь наших следующих гостей? Конечно, представлю. Как только они здесь появятся, как только они тут придут, вот они, наша великая троица. Аплодисменты! Все, не буду вас задерживать. Пока я бьюсь головой о стену безысходности. А по возвращении я желаю увидеть кота в сапогах, кису мягколапку и смерть. Я с этими вашими капризами, конечно, совершенно не согласен. Но вот вся эта мрачная тема смерти, агрессии и прочего решительно тоже не мое. Однако, в отличие от вас, я не просто ною, а имею действительно дельное предложение. Это какое же? Я предлагаю эксперимент с жанрами. А? Ну, смотрите, мы не можем переписать сценарий и сюжет. Однако, как актеры, мы имеем право добавить от себя немного разнообразия. Чтобы раскачать эту мрачную драму, я предлагаю отыграть наши существующие сцены в ваших любимых жанрах. Давайте. Ну, раз уж на то пошло, я была бы не против сделать что-то в духе корейской дорамы. Все они такие романтичные и очаровательные. Превосходно. Свет, камера, мотор. Ты ударил меня по голове, кисло.
технически это лютня, а не гитара. Технически ты полный кретин. Ты должен был сказать: о, дорогая киса мя, эта музыка моей любви настигла тебя прямым ударом. В голову? Боже мой, кто писал этот текст? Ты. Не-не, дорама может и хорошо, но ровно до тех пор, пока они остаются дорамами. Я знаю, нам не хватает экшена, не хватает чего-то жизнеутверждающего и позитивного. А то все смерть да смерть, панические атаки и вообще какой-то ужастик. Я не говорю сейчас метафорически, риторически, поэтически, теоретически или как-либо еще. Я жизнь во плоти. И между прочим, я олицетворение твоей последней жизни. Ты должен прожить ее достойно. Ты же кот в сапогах. Кот в сапогах. Было бы когда-то, но это имя я уже давно перерос. Я растерял форму, отошел от дел. Я похоронил свои сапоги и шляпу, а шпага висит на гвозде. Поднимай. Ну же, поднимай. Никогда не нужно разбрасываться своей жизнью, чтобы чего-то добиться. Нужно идти до конца. Никогда не сдаваться, вставать, когда все рухнуло. Вот настоящая сила. Ну, пожалуйста, ну не нужно. Быть может, нам стоит включить элемент реалити-шоу? Тут куда больше простора для импровизации, если что-то идет не так. Звучит как план. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Смерть Волк. С вами программа «Пусть говорят. 39-е королевство». Выдуманные истории, о которых можно молчать. Прошу прощения, не то. Выдуманные истории, о которых... Недумыванные... Выдуманные истории... Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Ну, наконец-то! Так вот, вы знаете, Смерть Волков, я так устала от этого проекта. Действительно последняя. Какого... Шрека здесь происходит. Я велела вам прийти в себя, а вы устроили здесь клуб анонимных... недопонятых актеров. О, сеньорита, они начали экспериментировать с жанрами, чтобы было всем комфортно в их ролях. Да-да, триллер. Мелодрама. Балет. Сказка из новых времен. Фарс. Приключения. Мюзикл. Но, по сути, мы же... Верно. Мы те, кто мы есть. Живы, настоящие, и нет никогда никакого смысла в том, чтобы пытаться привесить на себя ярлык какого-то конкретного названия. Мы можем быть трагичными и печальными. Мы можем быть до зубовного скрежета милыми и романтичными. Мы можем быть по-дурацки смешными и веселыми, но это все мы. А теперь, сеньоры и сеньориты, всем молока за мой счет, и да будут танцы. А я все равно бы лучше сыграл кота в сапогах. Снято. Аплодисменты. Так много кошек на одной сцене, божечки.